Тупо Рикардо Милосы. Шуба-дуба-дуба-па-па-па. Ее. Кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. И сегодня мы снова поиграем в игру под названием «Злая нога». Это, короче, стрелялка, похожая на Hotline Miami. Я увидел просто ногу и такой понял, да, я обожаю бить людей ногами. Поехали. И тут уже музыка хороша. Так, я могу бить ногой. Тут нарисованы всякие классные штуки. Вот тараканы мои, соседи бегают нормально. Побежали, ладно, посмотрим. Нажми Е, чтобы тыкать. Короче, это игра о том, что мы ногами бьем людей и при этом желательно выживаем, не умираем. Не знаю, как насчет оружия здесь. Не знаю, как насчет... Ага, я понял. Если по мне бьют битой, то мне больно. Хорошо, поехали. Раз, два, три. Я бы хотел себе, правда, какую-нибудь другую пушку. Ну-ка давай, ребят. Поехал первый. Поехал второй. А кто вы такие вообще? Это крокодилы какие-то. Крокусы. Понятно. Здорово. Эй, эй, эй. Добрый вечер, соседи. Добрый нахуй пошел ты. Тут, кстати, за углом мог бы сидеть хороший парень, но сидит он не там. Окей, нормально. А мне надо убивать всех. А ты что тут? Фу, боссен. Пошел он. Фу, ну вы спите здесь, конечно. Вот это у тебя тусе, нормально. Шо, ребят, жрать хочешь? Скотина, а? Собака поджидала меня. Там у одного, короче, из них, по-моему, автомат был. А нет, ни у кого нету автомата, нормально. Это, короче, соседи, походу, музыку включают. И я пошел с ними разбираться. Игра вроде бы не особо большая. И не особо, наверное, трудная. Ну, по крайней мере, мне она пока что кажется. Ага, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 уровней. Посидим на диване. Нормально, отлично. Отдохнули, поехали дальше. Как мне нравится наличие ноги. Левая кнопка мыши, чтобы стрелять. Поехали. Так, ну, видимо, у врагов тоже будут пистолеты. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, если что, не продвигаю насилие, конечно. Поэтому я буду бить тебя ногой. Что здесь у нас? А, у нас душевый. Добрый вечер. Ага, я понял. Добрый вечер. Прекрати. Че написано? Подписывайся на Винди. Эй, там есть кто? Алло. Что? А, это, походу, кто-то записал. Понятно. Занято! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Бро, у меня жизни мало. Ну-ка с ноги. Хорошо. Нога решает любую проблему. Ой, бутылок-то сколько? По бутылкам стрелять. Хрена себе, бутылка улетела. Так, я понял, короче говоря, бутылка неубиваемая, парни, подождите. Хрюш. Так, я могу правой кнопкой кидать. Окей. Это, короче, буквально как этот, как Hotline Miami. Но оружие какое-то слишком сильное, с оружием неинтересно. В конце концов, игра же называется не пушка. Она называется. Она называется, бля! Нога, короче, она называется. А раз игра называется нога, то мы... Ого, вот это у тебя шпагат. Молодец, родненький, хорошо на шпагат садишься. О, что ты меня пытаешься соблазнять? Нет, не надо. Мы, походу, доберемся сейчас до их конца, и у них будет какой-нибудь супербосс. И я думаю, что здесь можно бегать на скорость, бегать на разгончик. Фидляр какой-то. Наверное, они любят слушать эту музыку. Возможно, это, кстати говоря, автор этой музыки. Добрый вечер. А я, кстати, не знал, что вы здесь. Извините, пожалуйста. Не хотел. О-о-о-о, ребят! Ребят, вы потерялись, не правы! Они могут меня убить? Я понял вас, будем тогда немножечко поджидать, давай здесь станем. Кто бы мог подумать, что... У меня что, взрывоопасный удар ногой? Как я взорвал бочку ударом ногой? Это не так работает, по идее. Так, ладно, поехали. Автомат? Бля, он потом еще... А, они танцуют, когда меня побеждают! Ждем, сейчас сами подойду, сейчас всех разберем. Давай, ребят! Ну? А, как вы все умерли, я не понял. Как это произошло сейчас? Так, ладно, нормально. Оп-оп-оп-оп-оп! Ну, ребят, ну прекращай. Ну чего, вот чего вообще? Вот это, кстати, пушку вообще выкинул. Блин, ну, конечно, я очень жесткий. Не настолько жесткий! Два патрона мне нужно, чтобы погибнуть. Ладно, давай проверим эти двери, а то мы другие двери проверяем, а эти не проверяем. Ой, тут тараканы тусят. Ага, это, походу, обойти их, если мы захотим. И это бочка, которая подставочка. Подставная бочка. Оп, добрый вечер. И сразу вот этим вот просто разбираемся. И все, понимаешь? Вот так вот надо разбираться с соседями плохими. Если у тебя соседи сволочи, то просто вот так вот ногой, ноженькой притопнуть, и никаких проблем нету. Так, а зачем я тогда выкинул все пистолеты? Ладно, нам жопа. Шучу. Ты поверил, да? Ты поверил. Тихо. Да какой же я косой-то? О, хорошо. Хорошо. Та-та-та-та-та. Идеальная озвучка выстрела с пистолета. Че это такое? А, это пистолет, не нужен. Занято! Понял вас, простите, пожалуйста. Не знал, что занято. Все, теперь не занято. Теперь никем не занято. Ой-ой-ой, понял вас. Да что я вот это вот делаю? Че вот это вот еще прятаться буду? Вот это вот еще ныкаться? Не надо мне такого.
А, ты видал? Вот это сейчас было хорошо. Ты видел, какую я гениальную тактику провернул? Я дверь выбил, дверью ему по щам прилетело, он начал стрелять по мне, дверь защитила меня от выстрелов, а потом я прострелил дверь и добил его. Блин, приятная игра. Поехали, поехали дальше. Мне нравится эта музыка, просто хардбасная такая. Так, выкидываем. А, это тоже пистолет, ну и ладно. Вау-вау-вау-вау, ребят. О, какая дверь хорошая-то, а. Как я обожаю двери. Как я обожаю двери в этой игре. Так, ребят, я понял. Здесь надо уже немножечко думать. А я подумаю о том, что у меня один патрон. Ха! Нормально. Так, да, а можно что-нибудь кроме пистолетов? Я по автомат. Тихо-тихо. Нет, занято. Занято. Да ты, ты что, собака? Так, друга привел. И друга своего забери. И ты возьми пистолет. Так, ладно, я понял. На. Ой, какой хороший выстрел. Ты не можешь сказать, что я не мастер в эту игру. Не можешь. Не можешь, я сказал. Тихо-тихо-тихо. Не можешь. Не можешь. Вот сюда, по-любому. Я знал, что ты собака меня. Я знал, что ты меня поджидаешь. Но нет, такого не будет. Так, вот эта бочка здесь не просто, так я тебе говорю. Бочка здесь не просто, так сейчас шей какая-нибудь жопа будет происходить. Че прячешься? Сыкуха, ой, сыкуха. Ребята, добрый вечер. Ты меня мог ранить, скотина. Один патрон, это все, что мне надо. В этой игре бы еще перекатики добавить, и было бы вообще сочно. Это просто комната для одного тусыча. Достаточно, потусили и хватит. Нужно в конце концов с соседями разбираться. Пока, бочка. Это было сильно. Я еще не всех убил, кстати говоря. Ну ладно, то есть здесь можно не убивать всех, если хочешь. Но я не хочу просто вот это вот задрачивать, вот это... Ты сидишь здесь с ребятами такие... Делайте все дела, которые у вас есть. Добрый вечер. Мне так нравится, как они начинают тусить просто, когда это происходит. Бам. 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 Я вам, ребята, что скажу? Ну ты грязнуля. Так. Увидел нечто интересное. А в смысле? А почему бомба нет? О, как моя нога-то хороша. Вот это я называю тусовкой. Если ваша тусовка не похожа на эту, то ваша тусовка не похожа на эту. На! Бочка! Вот бочка, почему ты не стреляешь, когда надо, а? Почему? Кто-нибудь тут есть? Алло? Алло? Никого нет. Ладно, пистолет мне не нужен. Я сказал, пистолет не нужен. Спасибо. Спасибо, я сказал. Вот, нормально. Я могу, короче, бочками всех убивать. Ой-о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 й. Вот это было сейчас близко очень сильно. Здорово. Не-не-не-не-не, только не по бочке, бро. Только не по бочке. Так, а тут у нас что? Тут у нас за дверью еще одна дверь. Так, нормально. Так, вот это вот, смотри, что мы делаем. Два. Ой, тут кто-то был. Простите. Тут кто-то был, ага. И там вот эту вот дверь бы убить. Бам! А в смысле вам плевать? А почему вы такие бронированные? Меня бы бочка уже давно взорвала. Так, а за этой дверью у нас что? А, за эту дверью еще одна дверь. Понятно. А за этой дверью? Ну-ка давай, ребят, подходим. У меня на вас одна пушка. Ой-ой-ой-ой, хорошо. Давайте, ребят, нормальная тусовка, хорошая. Вон вам диван, присядьте на нем. Можете на нем свой пукан остудить, потому что у вас он точно взорвался. Мы уже больше половины прошли. Слушай, она прям простая, такая расслабушная. Идешь, наслаждаешься веселой лукой, наслаждаешься музыкой, наслаждаешься всем, понимаешь? Просто наслаждаешься. То, что надо. И вот это вот. Ай, в голову мне попал собака. Че такое? Они живые. Это, наверное, музыка какая-то здешняя. Я думаю, что это автор этой музыки, которую мы слушаем с тобой. Так, мне пушку на самом деле обновить. Не-н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 е. А, это собака! Еба, Бобик. Так, ну сзади меня никого нету! Тупо Рикардо Милосы. Не получилось с первого раза. Как говорится, получится со второго. Или с третьего, или еще с какого-нибудь. Знаете, я вообще говоря мастер по убийству. А еще мастер придумывать отмазки, это моя работа. Бам, бам, бам. Ну, вы, конечно, тупые, ребят. Так, берем пушку. Стреляем ногой. Попадаем ногой. Бам, бам, бам. Нет, торопиться не надо, на самом деле. Если ты торопишься, то ты, короче, кто торопится, тот людей смешит. А я не комедиант, а не стендапер, поэтому людей смешить не собираюсь. Получай, получай. Где ваш друг? А, ваш друг там, да? Вот этот вот друг, который стреляет. Не-не-не, дружище. Так, мне нужна твоя пушка. Мне нужна твоя пушка, хорошо. Добрый вечер. Да-да-да-да! Я что-то слишком здоровый, не могу войти в проход. Ара-ра-ра-ра! Ара-ра-ра! Вот так вот нормально разбираются люди. Вот-вот. Разговор воспитанных людей. Раз, два, три, четыре! Сколько вас там еще, блядь? У вас тут инкубатор, что ли? Рождайтесь еще!
Так, мне нужна пушка, кстати. Понял, 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 понял. По тени тебя увидел. Ты видал? О, физику знаю. По физике, по физике, по физике. Просто пятерочка у меня. Две пятерочки по физике, поэтому как тень работает, я знаю. Раз, два, три, четыре, пять. Хочу ногой тебе въебать. Это просто девиз этой игры. А зачем мне дробовик? Я могу теперь двумя ногами бить? Ты чё принёс мне стул? Садиться мне не надо. А зачем мне дробовик? Приветики. А, у тебя тоже дробовик? Ну, дробовик, наверное, меня с самого первого раза убивает. С самого первого. А что у вас с головой? Уёбок. Вот собака. Ну-ка, давайте, ребят, проверим на нас дробовичок. Бам. 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 Ну, такое. Эй, дайте пройти, мистер Стул. Мистер Стул! Ну, короче, дробовичок это такое, я тебе скажу. Дробовичок не особо сильный. Но он типа пойдет, конечно. Да откуда ты приходишь? Где вы прячетесь? Крысы подзаборные. Ой. Я могу каким-то образом еще... Да что ты мне постоянно приносишь стул? Я могу как-то иногда двумя ногами бить. Не знаю зачем, не знаю как. Откуда приходят эти псы? А-а-а, вот вы откуда. Понял вас, понял вас, понял вас, понял вас. Хорошо. А ты дольше думай над тем, что делать. Чего вы тут? Еду готовите? Сам пошел ты нахер. Это, короче, подстава здесь должна была быть. Ну вот ты что на меня смотришь? Да ну ёптить. Это, короче, подстава должна была быть. Пока я вот с этой дверью разбираюсь, сзади они ко мне подходят и меня валят. Так, нужно пистолет взять, потому что нечего больше брать. Нечего больше брать, поэтому будем брать пистолет. Хара, кто-то уже дверь вынес, кстати, это не я. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, да ты вот дострелить-то не можешь, почему? Арарара, арарара, арарара. Арарара. Добрый вечер. А чё ты тут один стоишь, без друзей даже, тебе не одиноко, нет? О, а вот это мне надо, вот это мне надо, вот это хорошо, вот это хорошечно. Вот это разговоры разговариваем, вот это да, вот это... О, вот это... Мастер, мастер, да где? Где одна крыса постоянно прячется? Мы постоянно не добиваем одного кого-то, где... Ты чё, уёба? Это ж, между прочим, еще даже не начало уровня. Ой, застрял, застрял. Вот пить надо меньше, пить надо меньше. Алкоголики, да! Нет, нет, нет. Все, поехали дальше. Ой-ой-ой, дробовичок, хорошо. А что у нас тут? Ничего у нас тут, понятно. Нет, нет. Нет, подожди, нет. Ногой одной, двоих, на раз. Нет, давай я возьму, наверное, дробовичок. Нет, давай я возьму пистолет. Дробовичок какой-то отстойный, на самом деле. Какой смысл от дробовика? Нет, нет. Ну я тебе говорю, какой смысл от дробовика, когда есть пистолет? Не, я тебе говорю, пистолет пожестче будет. А все равно пистолет убивает всех с первого раза. Вот если бы была необходимость... Ой-ой-ой. Если бы была необходимость как-нибудь убивать их... Ну-ка, давай. Пам-пам-пам-пам. Сколько вас там еще? А, все, да? Все? А, нет, еще не все. А-а-а! О, мой дробовик оказался сильнее. Бам. Коляска. Вы что, с магазина, что ли? Доставщики? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да ну прекращайте, ребят. Да я вам все время говорю, прекращайте, ну не надо. Ну не надо. Ну не надо, я вам говорю, ну не надо. Ну не надо, ну правда, ну не надо. Ну не надо. Ну не надо, я вам сказал, ну не надо. Ну, ребята, ну зачем? Зачем вы так со мной? Да ну не надо, я потом, ну я же серьезно говорю. Я ж не прикалываюсь, я ж не шутник. Я ж не шутник, я тебе говорю, не надо. Да ну не надо, не надо. Ой, ладно, надо, надо, надо. Вау, бочки передвигаются! Я этого не знал, я на это был не рассчитывал. Ну не надо, я тебе сказал. Ну вот видишь, как я сказал, не надо, значит не надо. Да ну не надо. Надо, ты что? Да ну не надо. Да ну не надо. Я ж тебе... Вот ты что ж такой-то не понимаешь? Только не в бочку. Сейчас бы меня распедросило здесь просто сразу. Что это такое? Дробовичок? А это базука. Добрый вечер, добрый вечер. Я пройду. Вы не против? Хорошо. Замечательно. Я рад, что вы не против. Нет. Нет. А вот опять я не вошел в проход. Почему я не вхожу в проход? Я что такой здоровый? Ой, душевая. Так, ну в душевой. Ой, я вижу тени, кстати. Ага, еще пистолет есть. Ай. Да как вы в душевой-то вот эти вот свои, вот эти игрища утворяете, а? Вам эти игрища увеличивают силу, че что? Да ну не надо. Да ну не надо, ну ребят, да ну не надо, я вам сказал, ну серьезно. Ну правда не надо, ну правда. Ну держите себя в руках, господа. Ну не надо, я тебе говорю, не надо, значит не надо. А я могу ворачиваться от ударов, ну не надо. Ну не надо. Ну не надо. Ну не надо.
только не в бомбу. Ну не надо. Ну не надо. Оп! Пача прилетела мне квача. Угу. Я тебе что сказал? Не надо. Запомнили, дружно, ребят. Не надо. Что делать надо? Ничего не надо. Вообще ничего не делайте. Ничего не делайте. Да ты собака, мне же больно. Ну мне же больно. Ну ты что вообще думаешь, ты вообще говорил свой или нет? Да мне больно, я тебе сказал. Вот, и последнего. Бам, да ну бам, я... Оп, нормально, ой. Летают здесь стульчики. Оп, там. Ой-ой-ой, понял, был неправ. Ха-ха, я же сказал, был прав. Так, пистолет. Не-не-не, дробовик свой забери куда-нибудь сам, мне он не нужен. Снова эти душевые. Я не знаю, почему у меня эти душевые вызывают такие проблемы. Все, да это вообще была концовка, я не знаю. Предпоследний уровень, поехали. На самом деле игрушка кайфовая. Но она немножечко упрощается с ним. Ты че своего дурака стреляешь? Ты же сам глупый, что твой друг глупый? Вы что делаете? Ой, какая-то крепота, мне туда не надо. Добрый вечер. А, комната в комнату. Ммм, вкусно. Поехали. Да ну серьезно, ну не надо, ну зачем? Спидран по этой игруле. Ой, мне сюда не надо, хорошо. Бам! Ну ты что-то близко стоишь, не надо так. Маньяк, коп. Коп-маньяк, ну возможно это я. Нет, я промазал пули, но не попаду ногой. Раз, два, три, четыре, пять, я пришел в тебя. Как ты сейчас по мне вот этот запилил? Слушай, ладно, вот этот момент жесткий немножко. Вот я не хочу аккуратничать. Как бы можно, конечно, аккуратно, я все промазал. Можно, конечно, вот это вот аккуратно разобраться. Но зачем? Зачем разбираться? Молодец. Главный мой соратник, главный мой помощник. Собака. Так, я понял. Да мне придется включить мозг, вы понимаете? Вы понимаете? Да мне придется включить мозг. Все, у вас нет шансов. Я включаю мозг. Ребят, я правда не хотел включать мозг, но вы меня заставили. Жмем, бам. Раз вы хотите так, будем так. Все, мозг включен. Это плохо для всего мира. Включенный мозг у меня, это опасно. Бам! Еще, поехали. С прыжка. Хова! Ой! Хова! Ой! Хова! Ой! О, хорош. Нормально. Не, друг. Ну правда, ну вот не стоит. У вас не получится ничего. Вы сами мусоры, вы тут мусор. Кукусики, кто там с пистолетом, кто там с чем? А чё вы все стали с пушками? Где пушки у вас? На пушке денег уже не хватает? Чё происходит? Чё-то вы... Они все без оружия бегают. Это типа для меня сложнее будет? Да на меня что-то не сложно. Ногой-то я бью быстрее, чем они бьют своими битами. И я вообще могу пачками их валить. Ой, мне кажется, в какой-то момент неожиданно появится какой-нибудь дядька с ружьем, и я испугаюсь. Но это пистолет, это не ружье. Это не страшно. Не-не-не-не-не. Комнаты, кстати, уже повторяются. У авторов уже кончились идеи, кончились силы, кончились возможности. Потому что я настолько хорош. Одной дверью двоих внес. С прыжка. Хоп-хоп. Ладно, я понял. Был неправ. Так, вот я вернулся к тому же месту, где остановился. Да-да-да-да-да. Вот это вот оно. Ломаем эти двери, не знаю зачем. Вот они, ребята, с пистолетом. Но они как бы не проблема, просто я их не ожидал. Вот эта вот ловушка игровая сработала. Потому что я ожидал, что их тут не будет, а они тут будут. Давайте, ребят, давайте. Там сразу один упал. Через дверь тебе. Ну хватит меня так пугать. Почему иногда пули прилетают не туда? Возможно, потому что я косой, но явно это неправда. Последний уровень. Вот сейчас, я надеюсь, будет жесткий босс какой-нибудь. Сейчас какой-нибудь жесткий бы босс. Вот это было бы хорошо. Вот это было бы качественно. Вот это было бы качево. Блин, музыка тоже вот одинаковая. Была бы разная музыка, было бы еще получше. Серьезно, босс? Прикинь, босс. А я ж могу тебя просто рыбонько ударить. Просто так и все. А это вообще здешние боссы. Они здесь сплошные будут, да? Нормально. Ну вот это мне нравится, вот это мне нравится. То есть на них вообще не работает... На них вообще не работают пули. Понял? На них вообще не работает ничего. На них работают только пушки. Ай! А как тебя убивать? Как я тебя убью вообще в первый раз? Ну-ка давай, у ворота. Оп. Улетучиваю. Прилетел просто к нему сразу, к ногам, сразу трупиком. Так, ну я понял. Их можно, конечно, просто выжидать, но так же неинтересно. Арара! На! Оп, нормально. Так, короче, их надо бить ногами и надо выжидать. Если я их не выжидаю, то я как бы не прав. Дорогой друг. Дорогой дневник. Сегодня я уебал человека ногой. Ладно, я тебя подожду. Хорошо, подходи. Давай, нападай. Собака, он еще не глупый. Он умный. Как мне их убивать? Ой, музыка же поменялась. Хоп.
Не хватает очень сильно пролетиков каких-нибудь, понимаешь? Чтобы вот можно было прям прокатываться, прокатиться, подкатиться и убиться. Давай вот так вот, подошел. Даже бросание оружия ему не помогает. Ну, то есть надо его, походу... О, дробовичник. Ну, это, конечно, Эдрила, да. А что тут? Вот так вот они все будут, да? Ну, нормально, мне это нравится. Вот так вот не проблема. Я просто их всех так и завалю. Они, наверное, надеются, что рано или поздно я забуду ударить ногой. И что-нибудь не смогу, не увижу. Ладно, у вас сработало. Все сработало, как вы запланировали. Вот. Рыба! А что это за обманчивая комната без никого? Ой-ой-ой. Что это за обманчивая комната без никого? Пам-пам! Пам! Надо, короче, и ногами махать, и пистолетами сразу бить. Давай-давай-давай-давай-давай. Оп! Ну ты чё? Это ж был твой друг, ты чего? Ага, я понял. Их дверьми можно убивать. Слушай, ну вообще это реально местные боссы, похоже. Их вот так вот легко не вольнуть. А тут еще? А это те самые? Рыба, блядь! Так, убил рыбу. А все, я больше не могу. Мне нужно что-то вроде гранаты или что-нибудь такое. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Как мне рыб убить? Рыбы неубиваемые. Не, ну я понимаю, конечно, что я могу спрятаться, как жук. И прятаться, пока я не одержу победу. Но так же неинтересно. На. Ара-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та. Ай. Здравствуй, таракан. Сегодня я хочу тебе рассказать о моем горе, которое не описать словами. А если я, короче, вот так вот сделаю, ничего это не даст, понятно. Хорошо. Ой, еще. Ребят, 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 вам надо подойти. Вы меня, конечно, извините, но подойти вам придется. Вариантов нету. Хорошо. Сколько вас здесь? Поехали. Оп, хорошо. Еще одного припилил. Дурачка забрал. Так, теперь тихо, 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 тихо. Убил. Еще один. Восстановить. Надо быть аккуратным. С этими дурачками надо быть очень аккуратным, потому что они жесткие. Все готово. Ну и все. Мы прошли с тобой всю игру. Но она такая, знаешь, она такая простенькая, но такая интересная. О. Мне звонят. Кто мне звонит? Да алло. Вы не могли подальше еще поднять свой этот уровень? Ногой бить мог... Ой. Спасибо за игру. Прикольно, прикольно. Мне понравилось. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Подписывайся на канал, оставляй за комментарий. Она такая орная больше, орная. Поорать, покричать, повоевать. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.